Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, и это игра Portal Knight, или Portal Knight, или как-то так, и мы продолжаем играть. Хотел бы для начала показать, что я здесь обустроил, пока что без света, ребят, потому что свет красивый делается чуть дальше, он делается из железа, и, ну, как бы я решил здесь не обустраивать свет. В общем, я сделал себе вот такую небольшой вот такой вот спуск, как видите. Здесь у меня будут стоять станки, в которых я буду делать всяческое оружие и ингредиенты для бутылочек и тому подобное, плюс сундучки, которые будут относиться к каждому из станков, то есть к алхимии, к кузнечеству, к лучникам и тому подобное. Здесь же у меня такая будет строительная часть, то есть общий склад, то есть я здесь сделаю общий склад, здесь будет именно сундуки стоять со всяким, да, то есть, возможно, я потом вот сюда вот расширю, то есть, чтобы больше раскладывать каких-то предметов, ну и также здесь у меня перерабатывать камни, руду, ну и обычные станки стандартные. Чем же мы сегодня, ребят, займемся? А перед тем, как чем-то заняться... Давайте так, набираем под этим видео 200 лайков, и я сажусь и начинаю снимать новое видео по Portal Knight или Portal Knight, потому что все зависит от вас, только вам решать, нравится вам эта игра и хотите ли вы видеть ее на канале. Так что, ребят, дерзайте, 200 лайков, и я сажусь и начинаю создавать новое видео. А вообще, давайте начнем с того, что нам нужно посетить вот этот новый мир. Кстати, здесь какой-то квест начался, посмотрите, фонтан с пресной водой. 5 часов, и давайте его посмотрим, потому что здесь я был, здесь у нас пустыня, здесь медная руда и песчаный блок, униный рубин, сырец, это я уже все добывал, а вот здесь вот интересно, тут всего лишь медная руда, и в принципе, кстати, вот здесь вот два портала, да, то есть дальше, кстати, к боссу ведет, вау, и здесь еще портал. Так, ну в этой серии я точно босса не буду показывать, а вот путешествовать по мирам, наверное, стоит, так что давайте отправимся сюда. Вот, ребят, я и пришел в этот мир. И это такой, как бы это сказать правильно, это мир тыкв и вот таких вот осенних, каких-то фиолетовых деревьев, даже не осенних, а именно фиолетовых. Давайте поизучаем этот мир немножечко. Я, конечно же, не буду здесь добывать медь, во-первых, вон, видите, рыцарь. Стопешенька, это что за... Так, это точно не элементаль, потому что элементаль, вот он огненный элементаль, он, значит, у нас элементаль ночи, да, то есть, ну, то есть они появляются только в ночь. Стоп, я вижу сундук, ребят. Стоп, я вижу сундук и... Чёрт, а чё это они какие жесткие? Ребят, а чё они жесткие-то какие? Так, пей бутылочку и... Сейчас мы, ребят, вот так вот, 6. Мы сейчас активируем, так, свиток. Серьезно, а почему они... Почему они очень жесткие? Я как бы восстанавливаюсь, но... Стоп, ну... Так, чувак, прыгай, пожалуйста. Офигеть, почему они такие... Так, ну-ка. А. Стоп. Что происходит? 62... Это... 5-й левел. Фу. Он еще и взорвался? Что? Они еще и взрываются. Вот что подозрительно. Стоп, это что такое? Это кислород. Ну-ка. Блин, медузы страшнее монстров на поверхности. Серьезно. Так, и здесь кусочек экстрактор воды. Так, и давайте, конечно же, вот этот сундучок разобьем. Просто в воде находился. Здесь у нас целебный свиток и ядовитая личинка. Ты-то что делаешь под водой? Ты же должна точно задохнуться давно-давно уже. Так, ладно, с кислородом у нас все нормально. И вот посмотрите, вот этот блок, я так понимаю, он выдает нам воду. Интересно, я смогу его добыть? Мне очень интересно. Черт, нет, я только добыл экстрактор воды. Жалко. Это точно блок, который добывал воду. Вау, здесь затопленные. Что, серьезно? Серьезно? Здесь затопленное, как бы получается, здание, что ли? Блин, исследовать, конечно, здесь очень интересно. Сейчас мы давайте аккуратненько. Вот так вот, отлично, просто набили шикарное количество экстракторов воды и... Так, да, я вспомнил, я здесь был, здесь просто ничего. Такой вот, ну, такой вот странный затопленный дом. Серьезно. Так, ладненько.
Давайте куда-нибудь отправимся. Во-первых, вот там вот наверху есть какой-то данж. Я в нем был, но я его не исследовал до конца. Почему? Потому что, ну, я хотел это оставить на... Так, стоп. Как мне выбраться? Я его хотел оставить на... Так скажем... На серию, да? Поэтому... О, есть, выбрался. Давайте еще посмотрим, что здесь можно найти. Во-первых, здесь есть еще грибы. Вот такие большие тыквы. Я не знаю, пригодятся ли они мне для чего-нибудь, но... Блин, офигеть. Морковка есть, морковка, ребятки. Пожалуйста, морковка. Это, кстати, ее можно собрать. Это следующий ингредиент для следующих бутылок. Кстати, это очень важно. То есть, чтобы делать более мощные бутылки, мне нужно будет выращивать морковку. А морковку прям можно прям целое поле засадить, потому что все это мне обязательно пригодится. Так, элементали, опять же, элементали. Я их трогать не буду. Так, а вот тыква, я не помню, нужна ли мне тыква. Тыкву, смотрите, семена тыквы можно. Ну и, собственно говоря, саму тыкву тоже добываем. Так, здесь еще музыка такая. Ух ты, а вот это что такое за росток? Это росток семя рубинового дерева. То есть как раз таки вот этого красивого. Именно красивого рубинового дерева. Давайте еще возьмем обычная смола. Так. Здесь, по-моему, выход данжа, да? То есть он вообще как-то очень странно заспаунился, этот данж. Ну ладно, окей, наверное, так. Может быть, он и должен быть странным, да? Так, привет, дружок. Ты 5-го левела. А я какого левела? А, какой у меня левел-то, господи? Ты серьезно, я не знаю, какой у меня левел. Так, давай-ка вот, давайте вот так вот его просто изобьем нафиг, вот, вот и все. То есть, ну, но серьезно. Он какой-то очень странный. Он не хотел ко мне подходить и не хотел от меня убегать. Так, окей. Вот это... Это явно неспроста и... Прям вот явно здесь что-то скрывается, я прям уверен. Что, ничего нету никакого? Странно. Нафига тогда такой обелиск здоровый? Так, окей. Окей, опять вот... Это явно вот так вот очень странно заспавнился данж. Так, давайте как-нибудь выберемся наверх. Опа, по грибам. По грибам все нормально. Так, привет, друг. Он все-таки попал по мне, да? Так. Оп. Бешенство понесло. Я еще и горю при этом, да? Так, с них факелы падают. Офигенно. Просто офигенно. Интересно, что... Что еще я здесь могу найти? Вот что мне интересно. И здесь было задание. Задание. Фонтан с пресной водой. Типа... Что? Что мне сделать-то нужно? Так, внизу опять медуз, куча, очень много медуз. И вот это вот здоровое дурило. Ну-ка. Пунк. Чинк, чпунк, чпунк. Так, ну он... Так, давайте... Стоп, ярость. Ух ты, что это? Что такое это? 98 урона. По 38 я ему бью. Давай, добивай. Есть. Отлично. Так, желтые порталы с него начинают падать уже, кстати. Так, блин, ночью вот я пришел... Кстати, оп-оп-оп, NPS. Ночью я пришел, это вот, конечно, небольшой минус, в том плане, что здесь вот элементари эти лишние. Обожаю собирать редкости. Поговорить. Некоторые из местных чудовищ таскают с собой нечто удивительное, кости. Думаю, они отлично впишутся в мою коллекцию. Ну, давай принять. Ну, типа, мне, наверное, кости ему нужно будет добыть и сдать. Но это все в данжике будем искать. Видите? Вот. Склеп. Это типа склепа даже что-то, да? То есть он появился наверху и... Весь данж как бы заспаунился внизу. То есть вот видно его утробу, там он, видно, свет просвечивается. Очень странно. Серьезно, очень странно. И, в принципе... Вот, я вижу бассейн. Я вижу какой-то бассейн. Все. Я только хотел сказать, странно, что я не нашел никакой вот этот фонтан или что-то там. Но сразу же его увидел. Смотрите, он вон там наверху заспавнился. Сейчас мы туда... Как-то все в этом биоме, он интересный, он прикольный, но в нем как-то все очень странно спавнится, да? То есть как-то... Но все повыше... Вау, он какой-то... А, нет, мне показалось, как будто он черный, да? И он сделан, по-моему, из мрамора. Если я не ошибаюсь. Так, вот это вот так вот давайте сделаем... Так, ну-ка. Вот так вот. Так, и что? Здесь
Ты серьезно? Серьезно, он просто ко мне сюда запрыгнул. Так, окей, энергетический кристалл. Я добыл, и вот, посмотрите, вот видите, вода. Видите, вода течет из такого, как бы, ну, как бы это сказать, ну, из какого-то источника. Именно о таких блоках я говорил в прошлый раз. И если мы здесь, если мы сделаем вот так вот, уберем вот этот блок, то вода начнет наполняться. Так, вот этот блок давайте уберем. И вот этот блок уберем. Это блоки дренажа. То есть дренажные блоки, как бы. То есть туда стекается вода. А теперь она будет не стекаться, а собираться. И, ребят, это очень-очень-очень-очень интересно. То есть в теории здесь со временем должно все залиться водой. Собственно говоря, вода уже, как видите, сливается вниз. Она нашла такой... Вот здесь вот уже, видите, везде разлилась вода. Это, конечно, неправильно. То есть в том плане, что я, типа, сейчас начну затапливать все, что ли, там. Она начнет вот эти вот водоемы затапливать. Сейчас вода, вон она уже спускается туда, вот видите. То есть и в итоге она все затопит здесь. То есть в этом фишка воды в этой игре. Так, по поводу... Да, я, похоже... Просто, типа, вся суть была в том, что здесь вот заспавнилось, похоже, вот это вот... заспавнился вот этот фонтан, и, собственно, это... И было чудом, да? Что-то такое, наверное. Я как-то не знаю, я не понял, в чем прикол. Ладно, давайте дальше. В каждом мире, как видите, есть свои особенности. В каждом мире есть свои плюсы и минусы. И исследовать каждый мир очень-очень интересно. При том, что... Не забывайте, что здесь можно поставить, допустим, очень большой мир сделать, и он будет прям огромный-огромный. И в нем еще больше всякого будет. Больше данжей, больше подземелий, больше сундуков, ну и, конечно же, больше наград. Но если вы хотите стремиться к цели, стремиться к самому концу, так скажем, то лучше всего, конечно же, выбирать маленький. Так, ну давайте посмотрим. Здесь, кстати, вот это освещение, это все можно забрать. Вот это мне в игре так нравится. Скелеты. Оп-оп. Так, сила. Бешенство. Давай. Просто в углу забиваем насмерть. На самом деле, вот эти кости, они пригодятся, ну, как бы, не только мне, но и... Ой, не только сейчас, но и потом 100%. Я пытался вот эти, кстати, кости собирать. Помните, в предыдущем выпуске я искал кости. Именно здесь я их нашел, но дальше я не проходил. Там... Так, этот глаз, который кидается молниями, не очень хорошо. То есть его можно убить только вот таким вот образом. А здесь еще есть вроде бы взрывчатые глаза. Ну ладно. Так. Так, есть, забили просто насмерть. Отлично, отлично, отлично. Света очень мало, это тоже, в принципе, источник света, но с них падают только бутылочки маны. Так, ну-ка, давайте еще вот здесь вот заценим, что у нас здесь. Кстати, помните, наверху я портал-то ни одного не нашел, а здесь вроде бы... А, ну здесь всего лишь один портал. Его где-то... Значит, он где-то в подземельях. Потому что здесь есть такой вот момент, что... Давайте, вы что, будешь спускаться? Есть такой момент, что... Что некоторые порталы, которые нельзя найти наверху, они точно есть, значит, в подземельях. Он прям вот, понимаете? Он спускается до того уровня, ровно до того уровня, чтобы выстрелить. И все. То есть он, ну, выше не поднимается, зараза. Ой, ниже... Не спускается. Вот, собственно, и портал. Давай, 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 давай. Слишком долго их приходится мучить. И все. То есть портал охранял только один. Вот. О, боже. Серьезно. Серьезно, типа. Так, давайте-ка. Активируем портал. И, в принципе, больше здесь нечего делать. Да, в этом данже был еще один проход в другую сторону. Давайте быстренько сходим, потому что, в принципе, портал я открыл. И да, там новый, по-моему, биомчик. Мы сейчас его тоже сегодня посмотрим с вами.
Так, и, по-моему, если я не ошибаюсь, вот куда-то в эту сторону. Нет, это выход, по-моему, да? Слышите, где-то кто-то ходит. Значит, где-то здесь есть все-таки сундучок. Давайте его исследуем, точнее, найдем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, я где-то пропустил дверь. Куда-то направление, направление, направление. Вот не видно в темноте, но... Стоп, значит, не здесь, что ли? Я слышу, шумит кто-то, да? То есть где-то, значит, еще живность-то есть. Конечно, можно взять вот так вот сделать. И вот так вот, конечно, светлее станет. Да, вот так вот нужно ходить. Стоп. Серьезно, я пропустил дверь? Не верю. Не верю. По-моему, тут еще должна быть дверь. Так, это выход? И чего, и все, что ли? Серьезно? А, нет, это не выход, ребят. Вот, вот, я... Здесь слишком светло, и меня это сбило с толку. Да-да-да-да-да. Похоже, именно так. Потому что здесь еще, как видите, куда-то, куда-то... Стоп, это вот уже точно выход. Что? Тогда я реально заблудился. Хм. Неужели он такой маленький? Снаружи, по крайней мере, он казался намного больше. Значит, ладно, значит, я все собрал. Ничего не пропустил. Ладно, и это тоже хорошо. Так что давайте отправляемся. Мы вот так вот отправимся. Ну и этот... Портал называется Порт Каула. 6-й уровень здесь, мобы. Ядовитая личинка, зеленорогий солдат. Солдат-предводитель, качающийся цветок, оранжевая слизь. Очень много врагов. Здесь уголь, угольный блок и каменный блок есть. Хлопковый куст, алебастовый куст и садовый гриб. Но посмотрите, насколько он прикольный, этот биом. То есть здесь уголь, как видите, прям вот... То есть... Биом, с которого я начал, да, то есть, на котором, так сказать, мой дом находится. Но здесь поприкольнее в том плане, что он лесной такой, как видите. Он, то есть, прям лес. Лес, 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 лес. И здесь, кстати, есть вот эти солдаты-предводители. Они позлее, ребятки. Они намного злее. Так, ну-ка, давай мы вот так вот. Давай, с тобой, давай. Как видите. Оп-оп-оп. Сломался, сейчас мы починим. Вот так вот. Оп. Давай, 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 давай. 152 он наносит, представляете? И криты по нему очень редко проходят. Но и он не убегает, как видите, он не убегает от меня. Давайте посмотрим же, что на этом острове есть. Потому что, во-первых, нам нужно искать портал, это раз. Уголь у меня есть, то есть в этом нету проблемы. То есть я вижу какую-то типа церкви, да, то есть разрушенная. Скорее всего, там есть подвал. И вон здание еще. Блин, ночи, элементали бегают. Элементали, на самом деле, это самые противные создания здесь. Ну вот, в начале особенно. Потом-то, конечно, их не будем замечать, но в начале они прям вот бесят. Не орки, не слизь, а именно элементали. Потому что они все стреляются, они, у них у всех есть какая-то магия. То есть они все такие прям, ух. Так, здесь куча монеток. Все эти сундучки, все это можно собирать, потому что, собственно говоря, это дает дополнительный уровень и... Здесь иногда бывают клады. То есть, типа, подвал скрытый. И вот я часто вскапываю пол. О, есть портал. Кстати, отсюда мы в два места. В два места телепортируемся. Поэтому здесь должно быть два портала. Так, я получил уровень. Вау. Рецепт каменного сидения. Воздушные зелья используют свиток, чтобы улучшить рецепт. Ребята, у меня есть, оказывается, рецепты. Новый рецепт. Каменное сидение. Новый рецепт. Воздушные зелья. И это просто так. Вот это вот уже можно либо продать, либо выкинуть. То есть тут уже, ну, мне самому решать, куда я его дену. Так, и давайте вот этот портал сразу же активируем. Блин, в этом лесу на самом деле ничего не видно. По деревьям носимся. Так, давайте, как мы сделаем? Мы возьмем так и скрафтим себе... Так, кстати, бутылочки. Много скрафтил, ну ладно, ничего страшного. И скрафтим себе новый портал. Оп. Оп, блин, промахнулись, но ничего, сейчас этот блок выпадет, смотрите. Как же мне нравится, как открываются ворота, конечно, потрясающе. Так, все готово. Я вон еще один домик вижу. То есть, скорее всего, второй портал находится в подземелье церкви. Скорее всего, там вот. Ну, или храма, или что это такое за домик такой. Так, давайте здесь тоже глянем, здесь может быть что-то интересное. Так, единственное, что дверь нужно найти, она такая прям... Так, здесь, я так понимаю, ничего интересного, кроме как
большого количества опыта, просто невероятного количества опыта. И здесь давайте, кстати, силы раз-два. Раз-два. Я два левела пропустил, кстати, и таланты. Ну, как видите, здесь только, только на 10 уровне талант будет новый. Так, ну и что ж, блин, я прям не вижу ни черта. Давайте сходим в церковь, глянем, что там. Йоу, посмотрите, какая... Я кости забыл сдать, ребят. В лесу появились рыцари порталов. Проклятие. Чего? Вот уже свезло, так свезло. Рыцарь порталов, прямо как по заказу. Так вот, топор лесоруба у меня возьми. Да поломайся, и как работать-то? Теперь еще не под... Не подмагнешь ли новым инструмент найти? Топор лесоруба ему нужно принести. Вау, посмотрите, что это. Водяная бомба расходует материалы. Офигеть. То есть ему нужно скрафтить топор и принести. Просто вот, вот, вот так вот. Так, ребят, личинка там. Но это прям подземелье. Так, ну, квест-то крутой, конечно, но... Что мне даст опыт? Ладно, посмотрим. Йоу. Так, давайте закроем дверь. И в чем фишка-то? Вы сами видите, тут очень много предметов всяких. Я все это могу забрать. Вот в чем фишка, самое главное. Я могу забрать лавки, стулья. То есть мне не нужно их крафтить, понимаете? Я даже вот, это, вот этот забор могу забрать. И вот этот осветительный прибор могу забрать. Только потому, что мне не нужно этим заниматься. Кстати, сюда можно ложить предметы. Интересно, они будут отображаться? Так, здесь есть подвал и второй этаж. Давайте сначала на второй этаж сходим. Глянем, здесь как-то... А, это... Не знаю, это типа... Дверь или... Нет, створка, по-моему, все-таки. Так, вот это вот можно забрать. Прям вот серьезно, тут можно приходить и разбирать чей-то дом и строить из него у себя где-то дом, да, то есть... Или вообще, на самом деле, мы можем спокойно сюда прийти и захватить этот дом. То есть никто нам не мешает начать сделать этот биом нашим домом и, так сказать, начать здесь строиться. Давайте спустимся в подвал, посмотрим, что там. Это уже будет поинтереснее. Что-то подвал тут такой прям очень серьезно застроен. И что-то тут глубоко, ребятки. Посмотрите, тут дверь и куча всего лежит просто. Так, это дополнительный опыт, вы прям вот видите, да, то есть опыт идет вообще очень быстро. Поэтому все-таки вот эти вот всякие сундучки, бочечки, всякие такие вот мелочушку, вроде бы, которая сбоку лежит и не мешает, лучше собирать. Так, отлично. Тут какой-то прям подземелье, спускайся, слышь. Вот... Вот этим рыцарь, конечно, ну, слаб, да, то есть он шестого левела хорош. Он шестого левела. Рецепт классическое сиденье. Заметьте, рецепт классического сиденья я выбил. Где? Вот он. Ну-ка, давайте изучим классическое сиденье. Е-е-е-е. Так, о, скелеты. Так, и они, он зачем-то сразу вниз упал. Так, окей, давай драться. Шестого левела и... Что? Я его на раз-два разложил. Просто на раз-два. Так, здесь у нас тупик. Здесь у нас тоже тупик. Значит, идем в эту дверь. Подземелье здесь, не, ну, наверное, все-таки не будут большим. Потому что миры маленькие, да? Ну... Господи, самое скучное создание. То есть он мне не убивает. Он так, ну так... Что там, полсердечка? Да, четверть даже сердечко снимает. А в итоге просто время я на нем трачу. Вот и все. Так, а здесь уже поинтереснее. Тут мне и вниз, и... Так, а здесь внизу-то и ничего и нету. Да, тут внизу и ничего нету, и неинтересно. Тут кто-то летает, и... По-моему, он... По-моему, он застрял. Ладно, не буду даже его тревожить. Так, так, сейчас, погоди, погоди. Секундочку, пожалуйста. Вот буквально секундочку. Ты серьезно? Он... Даже не навелся на этот глаз. Он даже не хочет... Ну и, конечно же... И, конечно же, портал. То есть это... Ну вот видите, как просто уже, как на автомате. Такой, типа, ты такой хоп-хоп-хоп, и пришел, и портал. Бац. Так что давайте здесь еще скрафтим, получается, три портальных камня.
Так, три партнера. Раз, два, три. Так, отлично. Куда-нибудь вот сюда вот установим. Так, опять я не то сделал. Я опять починился. А, я их не забрал. Окей. Так, так, так. Портал включается. Целебный свиток. Классическое сиденье. Я вроде его изучил, да, но... Да, уже есть. Надо будет, знаете, что сходить? Сходить к торговцу там в одном месте и... Ой-ой-ой, не заходи. Сходить к торговцу в одно место и продать эти предметы и купить себе бомбочек. И вот здесь вот, смотрите, весь прикол в том, что, допустим, здесь 1,5 левел, да, то есть и здесь, конечно же, ничего не будет. И здесь вот 1,9, давайте вот сюда слетаем. Ох, это у нас пустынный биом, и посмотрите, как он кардинально отличается от того, что я уже встречал. Это поразительно. Здесь, конечно, я смотрю, тоже медь. Здесь нету новых ресурсов. Зато здесь вот эти цветки и вот эти ящерицы, которые ходят. Они мне пригодятся, потому что с них будут падать новые предметы. Предметы для дальнейшего развития. Но... Воу. То есть, вот так вот, да? Блин, они с биомами очень хорошо поработали. Серьезно. То есть, прям вот кардинально. Теперь биомы просто, ну, потрясающие, они очень радуют. Ну-ка, иди-ка сюда, рептилия-боец. Ну, как видите, 7 уровня, но мы его просто разносим. 116 урона он делает мне. Куда он прыгает, я не понимаю всего. Ну-ка, ярость богов! 42. Ну, больше, короче, его быстрее вот так вот забить. Ну-ка, давайте еще вот этого... Возьмем, ну-ка, иди сюда, давай. Во, хорош. Огонь, против огня, как видите. У меня как раз кольцо там такое стоит, вроде бы, как раз против огня. Ах ты ж, зараза. Почти убил, офигеть. Ну-ка, на семерочку, магия. Так, оп. Давай. Добиваем! Есть! Вот эта фишка, да? То есть он еще и взрывается после того, когда умирает. То есть он как бы оставляет вот это зерно взрыва, после чего оно взрывается и наносит урон. Вон там вот какая-то разрушенная церквушка, да? Или какое-то, ну, здание разрушенное, видите? И это явно... Тут шахта у нас еще есть. Явно место, куда нам нужно будет попасть. В общем... Этим я уже буду заниматься в следующей серии, и в следующей серии я, скорее всего, пофармлю еще ресурсов, открою портал сюда, чтобы посмотреть, что там вообще. Вдруг там новый биом или еще какие-то секреты. Плюс в следующей серии мы уже пойдем валить босса и продолжим искать новые приключения на свою задницу, рыцарскую задницу. Всем всего, удачи и пока!